человеку, который, во-первых, много-много лет спасал людей, работая спасателем на склонах Эльбруса, был участником первых забегов на Эльбрус в 2006 году и отличное время показал. И совсем недавно покорил Эверест. Вот. Абу. Ну, как на Кавказе принято, ассаламу алейкум. Добро пожаловать и мир вам. Я очень рад, что география забега расширяется. Вот уже представлены Соединенные Штаты Америки, другие наши страны. Я думаю, что, как всегда было во все времена, горы объединяют народы. Я очень рад. Расположение духа. Я в тоске, так сказать. Хотя понятно, что это самое. Надо быть совсем уж наивником, чтобы, так сказать, ждать, что каждый год, так сказать, тут нам по заказу, раз, так сказать, в нужный день, так сказать, с таким окном, так сказать, всего там где-то два дня дают, так сказать, погоду на Эльбрусе. Знаю, посмотрим завтра, может, что-то получится.
как люкс. Все хочу. Поздравления. Вот она, вот она. Затягивай, затягивай, затягивай. Есть. Есть. Молодец. Смотри, как ветер гоняет по крышам тени наших отсиженных ног. Нас уничтожили, когда пришло утро, распалит нами небо глоток. Замерзли руки на ветру, и я совсем не помню, как продал душу свою.